сама я сибирячка, я родилась в Кемерово и до рождения первого ребенка до 20 лет прожила с мужем в счастливом браке в Кемерово со своими родителями. У нас в семье 3 сестры. У нас всегда шло из поколения в поколение многодетность. И, естественно, я тоже продолжила эту традицию. 4 детей. Я очень счастливая мама на самом деле. Когда сюда переехала, мне очень захотелось себя проявить. Появились девочки, многодетные мамы, с которыми я познакомилась в соцсетях, которые хотели образовать организацию. Мы организовали встречу, и так появилась «Мамина помощь», в которой существует очень много социально значимых проектов. Конечно же, все эти проекты чисто идут вот прям изнутри, от души, и они абсолютно безвозмездны. Вот уже 4 года подряд у нас проходит замечательное мероприятие, социально значимый проект «Мамин выпускной». Мы собираем девочек, выпускниц из 9-11 классов, из тех семей, которые не могут себе этого действительно позволить. Вот такие платья нам приносили для девочек. Все это отдавалось абсолютно бесплатно. Вот абсолютно. Это новые платья. Mm-hmm. Девочки примеряли. Вот эти вот платьишки остались у нас на следующий год. Потребность помогать людям, наверное, это идет от моих родных корней, от бабушки, от мамы. Я сейчас тружусь в школе. Хотела сказать, работаю, но нет. Я, наверное, там творю. Я готова передавать свой опыт. У меня есть педагогическое образование и психологическое образование, но я никогда не работала по этому образованию. Да, никогда в жизни. Вот так вот сложилось. И сейчас оно пригодилось. И вот пригодилось такой вот полной силой, мощью. Когда я вижу результат своего труда, своей благотворительности, своих мероприятий, которые проводятся как от маминой помощи, так и которые я провожу в школе, как правило, это слезы. Счастье, радость. Это... я для этого живу.